Посмотрим, вот такие дешевенькие семена от самой ленты, что есть. Огурцы, например, за 5 рублей. Морковка. Есть свекла. Тоже 5 рублей. А, вот такая червонокула. Сорт называется. Редиска. Ой, как плохо, что они внизу, но я как раз приседание 100 сделаю, наверное, сегодня. 5 рублей тоже. Капуста белокочанная. Есть кабачок, горох, укроп. Так, кстати, укроп стоит 4 рубля. Тут не все по 5. Такой укропчик, сорт кустистый. Есть еще салат, дубачок, петрушка за 4 рубля, базилик, тонус, так, лук-батун, ну и цветочки, смотрю, тоже какая-то астра тут китайская, и есть смесь сортов, стоит 5 рублей. А тут все вместе или только астра, интересно? Нет, тут только астра. Кстати, лучок тоже есть. Лук репчатый обычный. Шутгардер Ризен. Петуния. Калифорнийские гиганты сорт. 5 рублей. Так, невяник. Сорт Аляска. Это тоже петуния. А вот я в том году не помню вот эту фирму Jardina или Gardena Club. А вот такой томат есть за 10 рублей, огурец. И вот здесь вот другой сорт томата, Деборао розовый. А это что тогда такое? Волгоградский. Вообще, конечно, обзор семян делать трудно, потому что не знаю, что люди предпочитают. Каждый же правильно свое выбирает. Поэтому проще вот так показать вам общим таким планом, чтобы вы видели цену и ну, сами семена. Так, кстати, от этой фирмы недорогая какая-то просто фирма, поэтому внимание обратила. Цветная капуста Snowball 10 рублей. Но есть подороже. За 15, например, за 17, за 40 рублей. Брокколи вообще за 80 рублей. Томаты. А вот этот черный принц такой красавчик на фотографии. Маленькие томаты. Медовая капля. 40 рублей. Какой-то странный огурчик такой. Ну-ка, что это такое? Так. Какой-то несуразный, не знаю. Огурец салатный герой. F1. 60 рублей. Ну, вот, посмотрите, какие есть. Цены, конечно, разные. И не очень такие бюджетные. 80 рублей все-таки, 65. Такое себе. Вот это маленькие, наверное, огурчики. Зозуля, 25 рублей. Сладкие перцы. Калифорнийское чудо, 15 рублей. Ласточка за 20. Дыня осень, 33 рубля. Сейчас морковку еще посмотрим. Смотрите, император, нанская, детская сладость, золотая осень и Балтимор. Ну, цены вы видите. Балтимор самая дорогая, почти 90 рублей. В общем, друзья, нужно уже приходить, смотреть, выбирать.
Так, бархатцы, махровая смесь, 10 рублей. Ну, самые такие, знаете, бюджетные. Сорт мармелад, 10 рублей. А вот эти уже идут подороже, естественно. Красная бракада за 30. Синие. Ой, вот это интересная такая. Такую часто вижу, ну, садят на улице в озеленение. 30 рублей. Космеи, петунии, петунии, вот они. Смотрите, что есть. Очень-очень много семян. Мне кажется, это еще даже и не все. Астра, тигровые когти, пионовидная астра. Все за 10 рублей. Конечно, вот эти все семена, которые подешевле, их быстренько разберут. Особенно, когда люди-то часто, ну, каждый год садят, знают, какие брать, и, конечно же, сразу придут и возьмут. Георгина, 30 рублей. Есть за 27, за 24. Мята, 45. Крест-салат, 30. Сельдерей. В общем, все вы видите. Такое большое разнообразие. Даже вот так придешь и не знаешь, что выбрать. Это только если советоваться с кем-то, кто что садил, или пробовать и смотреть. Базилик овощной, лимонный аромат. Ух ты ж. Прям с ароматом лимона получается. 30 рублей. Петрушка бисер 33. Ремонтантная земляника. Стоит 40 рублей. 10 штук там семян. Дыня. Осень называется. 33 рубля. Так, здесь сельдерей. Яблочный, ароматный. Брюква красносельская. Так, сельдерей по 16, брюква по 30. Чего тут только нет. Вот смотрите, какие, какой базилик красивый. Пурпурный. А вот этот вообще цвет даже по красоте очень даже симпатичный. 17 рублей, 20 рублей. И вот такой фиолетовый, я бы даже сказала, почти черный за 33 рубля. Так можно зависать просто до утра. Давайте пойдем дальше, посмотрим светильники светодиодные для растений. 700 рублей вот такой. Фирма Jazway, 8 ватт. Вот вы видите параметры. Так, есть еще Jazway, 800 рублей. И вот такой навигатор, 1099. Это цену я, конечно, по карте называю. Здесь уже 12 ватт. Грунт от ленты универсальный 10 литров. Вот кому важно почитать, сколько здесь азота, фосфора, калия. Так, стоит он 90 рублей. Так, вот это уже что у нас тут такое? От, как раз от этой недорогой фирмы Gardena Club. Тоже грунт уже для цветов. 10 литров за 100 рублей. Совсем маленький объем. 5 литров универсальный питательный. За 85. Отдельно для роз и бегоний. 5 литров. 70 рублей. Так, это такой же. Этот за 70. И я смотрю, для суккулентов и кактусов есть. Для кактуса почвогрунт 5 литров стоит 70 рублей.
И для фиалок есть за 70. Так, а это у нас что? Скорая помощь. Позаботьтесь о ваших растениях. Для орхидеек. Ну, что-то тут на ощупь. 5 литров объем. 90 рублей. Как будто бы там... Тут есть, конечно, какие-то крупные такие, эти, как будто бы кора, ну, и плюс еще как будто бы там торф насыпан. Так, вот это у нас для рассады натуральный торфогрунт за 110 рублей, 10 литров. Это тоже 10 литров, также для, ну, это уже для томата и перца, тоже 110 рублей. Большой универсальный грунт на 50 литров, 150 рублей. И вот тут в самом низу сейчас посмотрим само название фирмы. Здесь 25 литров. Что это тут такое? А, Агрикола. Грунт для рассады овощных и цветочных культур. Такой уже стоит 300 рублей. Так, смотрим дальше, что здесь уже выставили. Это такой спанбонд укрывной, нетканный укрывной материал для сада и огорода с добавлением светостабилизатора. Стоит 400 рублей. Так, что-то тут еще интересное вижу. Что здесь? Так, тоже спанбонд. Укрывной, нетканный укрывной материал. Все то же самое, только другой фирмы. И цвет у него черный. 450 рублей. Дайте хоть размерчик-то какой здесь. 6 на 10. Пластиковые ящики для рассады. 230 рублей. Мини-парники. За 50. Вот этот большой за 100, тоже парничок. А здесь уже мини-теплички с торфяными таблетками. 130 рублей. Маленькие за 170. А почему? Вот этот вот, смотрите, вот такой. 170. А на этот акция. Этот за 130, хотя он больше. Так, тоже спанбонд, только уже светлый, 260 рублей. Сразу хочется предупредить отдельных комментаторов, которые считают, что умеют все в этой жизни, все правильно делают и любят поучать других. Если вам вдруг не нравится то, что я делаю, как показываю, как говорю, дверь открыта, можете выйти и закрыть ее с обратной стороны. Потому что я оскорбления в свой адрес не терплю и таких а-ля комментаторов просто баню. А вот такие горшочки для рассады за 42 рубля, 60 на 60 миллиметров. Есть побольше за 50 рублей. Это уже 80 на 80 миллиметров. Такие за 30. По скидке они. Ну и различные кассеты. Вот цены вы видите. 45 рублей, 50 рублей. Горшки для рассады. Вот эти вот горшочки 2 литра объемом 40 рублей. Такие за 30. Здесь их в наборе 5 штук. А вот эти за 220. Объем каждого 460. Их 6 штук в наборе. А также наборы вместе с поддоном за 370 рублей. Такие за 100. Ой, да он тут один, нет, два. Два таких наборчика, такие хорошенькие. Или это не они все-таки? Подождите-ка. Нет, это вообще не они. А вот такие за 300 рублей. Тут какой-то мини-парничок был. Так, набор для рассады. В наборе горшок на 300 миллилитров, 15 штук. И поддон. Ну и сколько? 300 рублей. Вот эти наборчики за 450. Такой поддон хороший. Пластик плотный. 10 стаканчиков по 460 миллилитров. Каркасные парники. Сейчас прочитаю вам параметры. Вот они
вот так сложены будут в коробку. 1300 рублей. 185 на 95 на 110 сантиметров. И есть еще маленькие. Немножко другой формы. Раз, два, три. Сколько тут? Раз, два, да. Три. Три полочки. Стоят они 1200. Так, ну и шпагаты различные. 150 рублей вот такой. Такой за 130. Так, а вот этот, ну, тоже 130. 100 метров. Ну и тут немножко красоты. Давайте глянем, может быть, что-то новенькое. А, вот такие, например, горшочки я не видела. Очень удобно, кстати, вот сюда, видите, вот в это отверстие можно наливать воду, и будет прикорневой полив. А стоят такие 250 рублей. Объем у них 3 литра, диаметр 18. Это все пластик. Это тоже пластиковый. За 200 рублей. Тоже вставочка есть. Побольше такой же за 250. И поменьше за 130. Так, а тут балконные ящики какие-то, да, с поддонами. Интересно, поддоны отдельно или как они? Или что они? Так, ящик балконный 50 на 21 на 15 сантиметров за 350. Так, а это у нас... Тоже ящик балконный 87 на 21 на 14 за 250. Красивые лейки и форма, и цветом. Ну, это, конечно, для дома, для цветочков, никак не для огорода. И цена высоковата. 400 рублей такая стоит. Объем литр 400. Есть сразу и лейка, и опрыскиватель. За 170 рублей. А, вот такие опрыскиватели за 150. Объем литр... Сколько тут? Я уже глаза скоро сломаю. Не вижу. В общем, не буду искать, друзья. Мышеловки, что ли? Угу. Только цены нет. Ну и всякие средства от грызунов есть. Вот такие насадки на бутылку для распрыскивания. Тоже иногда пригождаются. Тоже, опять же, нет цены. А вот эти кашпо можно подвешивать за какие-нибудь перила или еще где-нибудь. Очень удобно. 389 рублей. Плотный, хороший пластик, крепкий. Размер 38 на 26 на 26. Коричневые и белые. А вот эти керамические кашпо, что-то из новенького. Сейчас попробую снять. Очень высоко. Стоят они 500 рублей. Есть еще серого цвета. Ой, как высоко-то все. Ну и маленькие кашпо для суккулентиков каких-нибудь. Вот есть ежики, единороги и динозавры. 200 рублей. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.